Так, здравствуйте, ребята. Хотел показать, насколько ужасны старые конденсаторы советские после там 20 лет, 80-х годов. То есть 30-летние, особенно с вот такой маркировочкой, с таким флажочком. Сейчас покажу. Вот такой флажок, особенно вот такие вот. А, вот вернее, да, не с флажком, вот такие, да. Эти вообще ужасные, армянские. Значит, суть какая? Вот тут я заменил конденсаторы в очередном приемнике. Я просто покажу, как это все выглядит. Насколько это все ужасно. Итак, здесь 10 микрофарад. По идее, должно показывать. 10 микрофарад. Так, и так показывает у нас что? У нас показывает 183 пикофарада. 183. И ESR 18 Ом. Дальше. Пробуем дальше. Ставим другой конденсатор, который стоял в этом приемнике. Приемник Сокол. Ой, кварц 408. Ставим еще раз другой конденсатор. Тоже 10 микрофарад. Вот тот, который я говорил, что вообще ужасные они. Их сразу надо менять. Видите, да, это диод. Как диод прямо показывает его. Так, вот 10 микрофарад кондерчик. Так, 1 микрофарад, 16 вольт, тоже из этой же. Так, сейчас посмотрим, что нам покажет. 27. В общем, непонятно что. Микрофарад 18 тоже есть. Так, хорошо, дальше. Вот у нас тоже 10. Это тоже 10 микрофарад из той же области. Конденсаторы. Прикольно. То-то я думаю, почему у меня приемник вообще не работает. Чуть-чуть там какой-то шум небольшой был, но не более. Вот такой вот диод двойной получается. Вот, поэтому в любом случае, как только вы имеете дело с советскими старыми приемниками, моментально меняйте конденсаторы везде. Не 90%, конечно. 32, 11 Ом, ESR. Чем больше ESR, тем хуже, то есть утечка больше. 32 микрофарада, ну у нас по факту здесь 20. Но ESR ужасное, большое. Я не говорю, что все плохие, потому что вот стоял 50 микрофарад, 16 вольт. Такой же, да, здесь. Ну, он у меня показывает сколько. Сейчас посмотрим. Ну, тут, наверное, ESR большой будет, я не помню уже. Но эти, это просто трэш. 57, да. 0,91, но еще более-менее. Так что, обязательно менять надо, потому что иначе он работать не будет, ваш аппарат, какой вы будете брать. Все, всем спасибо, ребята, за просмотр. 7.3, до свидания.